Дивіться сьогодні. Чоловіча робота руками жінок. Митці з вулиці мистецтв. Виставка картин. OH2O. Підводний світ очима дітей. Харків'янка стала найкращим жінкою-арбітром світу. Харків'янин створює маски зі шкіри для рок-гуртів. Харківський студент розробив 3D-шахи. Позитивне безконфліктне дресирування. Подробиці далі у сюжетах. Приємного перегляду. Жінка – це мати, ніжність, краса та путівник життя для чоловіка. Не дивлячись на її тендітність, вона може показати протилежній статі, на що здатна. Про свої здібності на нежіночій роботі нам розкажуть 4 сьогоднішні героїні, що працюють на харківському машинобудівному заводі ФЕТ. Це Наталія, Настіслава, Людмила та Галина. Усі дівчата приходять на роботу зранку, приблизно о 7:00. Переодягнувшись у робочу форму, вони отримують завдання та приступають до праці. Жодній з героїнь не страшні верстати та брудна чоловіча робота. Взагалі, дівчата кажуть, що така праця загартовує дух. Утром ми приходимо, включаємо обладнання, минут 10 воно прогрівається, а потім встановимося. Делаем наезды на станках и делаем детали. Первую деталь мы обязательно проверим. Ну, сделали, отнесли на контроль. Контроль первую деталь должен проверить. Есть у нас контролер, который проверяет первую деталь каждый день. Он проверяет, дает добро. Можно делать, и мы тогда продолжаем делать детали. Получаем прутки из прутка, ну, без заготовки тоже делаем детали. Запускаем и делаем чуть ли не до самого выпуска детали, готовую продукцию. 21 изделие, ГП-21-370 делаем, ГП-21-312 сепараторы, блоки. Мы операторы, мужчины настраивают станки. Есть для этого наладчики, которые настраивают станок, а мы просто делаем, ну, как бы детали. Сделали, замерили, померили ее, обмерили, там дали на контроль, пошли, померили. Если она хорошая, то мы приходим, говорим, да, детали в размерах, по параметрам все выдержаны. Мы можем делать дальше детали. Мы продолжаем дальше делать. Это одна из отраслей металлообработки. Мы обрабатываем плоскостя, пазы. Мы занимаемся изготовлением агрегатов для самолетов, для стендов. Машиностроение промышленности в этой. Я уже не отделяю. Мужская работа, женская работа. В принципе, ну, с одной стороны, сложно, да, но потихонечку привыкаем, это моя первая работа, я себя на другую пока что представить не могу. 6 лет работаю и 3 года я тут практику проходила. Я училась в Харьковском профессиональном лицее машиностроения. Я туда попала абсолютно случайно. Мне предложили место в группе станочников. Я пошла, я не знала, чем это все закончится. Думаю, 3 года отучусь, главное аттестат получить. Вот. А потом пришла сюда на практику. Тут очень хороший коллектив, очень дружный. Все помогали, все подсказывали. То есть, и до сих пор, несмотря сколько времени прошло, все равно коллектив родной. И, ну, как бы, я с этой профессией уже, скажем так, не вижу в другое. Я поступила в институт. Тоже по машиностроению, ну а дальше будем смотреть. Я думаю, что эта работа закаляет дух женский. Как-то найти общий язык с мужчинами всегда проще, потому что в основном мужской коллектив. Термист – это термообработка деталей. Мы их здесь азотируем, ставим на холод, отпускаем. Детали проходят полную термообработку. Я в основном на второй смене работаю, поэтому я прихожу. Ребята к этому времени стараются уже закалить мои детали. Я их ставлю в холодильную установку, ставлю на холод. Там они стоят 2 часа при температуре минус 70. Потом я их выгружаю, они согреваются, и ставлю в печи отпускные. Слежу за всем этим, записываю. Я прихожу на без 15:07 на работу. Включаю станок, он прогревается, а потом становлюсь прутки шлифовать. Пруток дается под один размер, бывает больший размер, чем надо. Я тогда снимаю до того размера, который нужен.
Потом идут дальше по цеху операциям, которые идут дальше. Про складності професії розповідають також. Але кажуть, жінка може все. В каждой работе свои сложности. Сейчас новые детали, освоение много тоже не урядят. Есть вот новое изделие, там более жесткие допуски идут. И нужно более тщательно к деталям относиться, проверять каждую. У нас в бригаде нету мужчина же, то есть мы делаем все наравне. Даже можно сказать, женщины делают больше, чем мужчин. У нас, ну, как бы более сплоченный коллектив, у нас нету там. Ну, если что-то тяжелое принести, да, мужчин мы просим. А все остальное мы делаем в основном сами. Женщины могут делать все. Сложность работы лично для меня то, что нужно быть постоянно во внимании, постоянно нужно соблюдать вот эти вот размеры четкие, то есть отклонения, плюс режим, то, что, ну, как бы... Тяжеловато, конечно, и очень рано вставать. У нас ремонтный цех, и что мне нравится в нашем цеху – разнообразие работы. То, что при каждой детали нужно думать, нужно соображать. Не однообразная работа, которую постоянно выполняешь одно и то же, и все. Тут каждая деталь, она интересна, она по-своему, ну, как бы… Каждый подход нужно найти. Я думаю, что женщина может все, если женщина захочет. Если женщина захочет, она может абсолютно все. Любой человек, если захочет, мне кажется, нету непостижимого. Самое сложное, ну это, наверное, микроны ловить. Точность нужна полностью, чтобы этот станок же надо выставить так, чтобы он словил. Завод мне помог стать сильнее. Физической, ну и моральной. Женщины все смогут. Самое сложное, даже я не знаю. Я работаю в мужском коллективе, поэтому если что-то, если тяжелые какие-то детали, то мне помогают всегда. Приносят нам железяки просто, а мы из них делаем детали, обрабатываем. Уже выходят готовые детали, которые ставят в агрегаты. Женщины у нас уже давно могут все делать. Если у нас женщины служат в армии, я считаю, что это вообще подвиг они совершают, то работать на предприятии женщины могут вполне. Я хочу поздравить с праздником весны, пожелать всем здоровья, мира. Я хочу пожелать женщинам, чтобы они были любимыми. Самое главное, чтобы они были любимыми, несмотря на то, что такой труд, казалось бы, мужской. Хочется все-таки, чтобы они жили в нежности, в любви, в теплоте, в заботе. Конечно, хорошего достатка, зарплаты хорошие, чтобы оценивалась эта работа прежде всего. Пусть будут счастливы. Найголовніше – бути сильним та йти вперед. Сьогодні в нашому комунальному закладі дійсно відкривається виставка харківських художників, можна сказати, студентів, майбутніх навіть художників. Цей захід проводиться за безпосередньої підтримки управління культури і туризму Харківської обласної адміністрації. У нас були до цього відповідні перемовини. Ми виходимо з того, що для молодих митців повинна бути якась трибуна, де вони могли висловитися словом художнім, бо це художники, а не поети. Всі, хто сьогодні прийшов, отримують задоволення, подивившись твори молодих наших художників. Врешті-решт, це, знаєте, певна можливість самовиразитися, показати себе. З нашого боку це можливість підтримати молоді таланти. Я почала рисувати ще, коли мені було, мабуть, годика 2 або 3. А потім я закінчила художню школу з відлічем. Потім був деякий перерив, після якого я поступила вже в Харківську академію дизайну і мистецтва. Зараз я вчусь на 3-му курсі станкова живопись. Моє коли-то хобі, воно переросло більше в діло моєї життя. І зараз я так скажу, що це зараз є поки що не істочником моєго доходу. Це більше моє призначення, тому що ізначально я зараз, можна так сказати, моя перша виставка нашого об'єднання, перша виставка, де я приймаю участь. Это такой первый шаг вообще показать себя, свои мысли, заявить о себе, как о художнике, да, и рассказать вот этими картинами, что я чувствую, что я думаю. «Дыхание лета» называется натюрморт, он написан в прошлом году в
конце прошлого года, как раз вот когда закончилось лето, и первые урожаи пошли, яблок, груш, вот меня это вдохновило. Натюрморт — это как бы застывший момент, можно так сказать. Вот тот момент, который художник пытается отобразить на своем холсте. И меня вдохновила конкретно вот эта гамма краса, вот этот вот колорит работы. Мне просто в дитинстве сподобалось такой художній формі, як от картина. В ній можна передати більше, ніж от зазвичай сказати. Можна передати якісь глибинні почуття, розказати людині, допомогти навіть в дечому, якби розкрити її різні позитивні, негативні сторони характеру. Це важка справа, це якби все життя якби навчатися, все життя прагнути, все життя шукати. От, і мені це також сподобалось, що завжди якби в русі. Завжди ти в пошуку, нової мови, пошук нових яких світопоглядів на життя, пошук нових тем. В майбутньому хотілося б працювати надалі як художник, розвиватися і після академії і стати повноцінним художником. Ця робота — це крокуючи життям. Це робота, двофігурна композиція. Мене взагалі надихають такі теми, де йде сімейна тематика, де йде теплі такі почуття передаються в цих подушках, де представлено, передається це життя як людини трудності і там, наприклад, радості зустрічаються, наскільки їй важко, наскільки їй легко. Це сухотьорка, це картон, водомерсіонка і суха кість масла. Вдохновляєте різні ситуації життєві. Ну, там буденні якісь різні ситуації, що можна йти по вулиці, там побачити якусь ситуацію між людьми, там просто розмову якусь, і вона може вдохновити для якоїсь роботи, там погляд на щось. Нещодавно в галереї «Мистецтво Слобожанщини» відкрилася традиційна виставка «О-H2O» Харківського дитячого клубу підводного фотографування «Дельта». Вже втретє тут експонуються роботи маленьких підводних фотохудожників, вихованців унікального не тільки для Харкова та України, але й для усього світу фотоклубу. Світ води є колискою життя і величезною областю чогось ще непізнаного і дивного. Людина після моменту появи на світло поступово втрачає нерозривний зв'язок з водною стихією. Тому дітям більшою мірою притаманний інтерес до пізнання води, її невидимих глибин. Украинские арбитры имеют своего личного тренера. Он дает нам программы, которые мы необходимо нам ее выполнять. Ну, допустим, недельная – это может быть от 5 до 6 тренировок в неделю. Они различаются как на скоростную работу, над вытрывалостью. Все начиналось с детства. Я начинала играть в футбол лет 6. Само мое рождение, место дома определило мою судьбу, наверное, потому что стадион находится буквально в 100 метрах от моего дома. И все детство выходишь утром и вечером только заходишь. И плюс еще один фактор, у меня дядя Владимир Вгоргуль и муж моей крестной были арбитрами, Гушак Сергей Юрьевич. Поэтому увидела пример, решила себя попробовать, и очень понравилось, сейчас занимаюсь этим делом. Самые яркие моменты, которые произошли, это финал Лиги Чемпионов.
И вот в прошлом году это финал чемпионата мира в Канаде, который проходил. Если человек захочет стать арбитром, необходимо ему вначале сдать нормативы по физподготовке и правила игры. По теоретической части подготовки сдать, и после этого каждый человек имеет возможность попробовать себя в судействе. Мне нравится делать эти вещи, меня это, меня это радует, потому что это, в первую очередь, это возможность изменять реальность. Тут есть некий набор реальности, она состоит из каких-то предметов, объемов и всего остального. А благодаря своим каким-то умениям и пониманиям и опыту, да, ты можешь взять и изменить эти предметы. И это же удивительно. То есть сделать им... Сделать что-то новое, привнести что-то новое в этот мир, то, чего не было раньше. Как называть? Что называть первой маской? Первая маска – это еще что-то там в районе, для меня. Это в районе, наверное, там 12-13, что-то. 88-9 где-то там. Были сделаны какие-то пимашовые маски, такие страшно ужасные. Именно любви не было. Были эксперименты, создавали разные вещи. Сначала, в конце 80-х, семья, там, мы делали там какие-то украшения медные. Семейные, потом делали украшения из кожи, потом я делал, у нас были доспехи кожаные, потом и так далее, много чего было. Я лично понимаю технологию работы со многими материалами, просто с кожей стало получаться лучше, чем с остальным. Эскизов нету. Если бы я умел хорошо рисовать, то для меня бы законченный рисунок, вот это вот проштриховка, полутени, объемы, да, знаете, как ты видишь восхитительный рисунок, тебя сразу туда заволакивает вся эта история. Тогда бы для меня после эскиза вещь была бы закончена. Мне было бы неинтересно, как она родится на самом деле. Вообще не умею рисовать. Для меня очень важно, каким образом произойдет вот это самое преломление света, тени, объема, и как оно преобразуется именно в предмет. Аппарат создал некую музыку. Он создал огромное количество нот, из которых я уже сейчас, просто занимаясь их сочленением, некую какую-то конструкцию, то есть понимая некую какие. Брат умер в 2011 году. Старший брат Олег Петров, который, собственно говоря, и является основателем всего, чего происходит с Блокбастером. Для меня важно, чтобы когда наши маски появлялись, чтобы они создавали историю как таковую. Чтобы вот мы на них смотрели, и у тебя в голове что-то щелкало. Его профессии точно знаю, как бы о них много чего читал, поэтому я слежу за ними достаточно давно, потому что это группа в масках, начнем с того. Один из них выступает в нашей маске, это Сид Вилсон, это диджей Slipknot. Со мной Вилсон связался в 2013-м. Просто сам чувак сидел, искал себе новую маску, говорит, увидел мою работу, говорит, работа студии нашей, говорит, отлично, что он вовремя, Вилсон получил эту маску, снялся в этом клипе. Они там сделали из нее такого забавного, страшного. Летом 2010-го стал писать от какого-то стилиста. Все это было так завуалировано, все это было так секретно каждый раз, когда они говорили, что мы должны хранить секретность. Мы вообще не понимали, о чем идет речь, но у нас есть такое правило, мы сумасшедшие, мы отвечаем очень вежливо. Оказывается, писали очень секретно от дома Живанши, потому что они там, кто-то из них заметил наши работы. Они просто прислали человека в Харьков. Она прилетела, девочка там с чемоданом, я туда так оставил прилетку. И них упаковали. Она села на следующий самолет и улетела в Париж. Мне потом пришел, когда контракт, Джованши уже чисто по почте, чтобы мы его подписали, одну копию и вторую нам, и тогда, чтобы у нас все было там, чтобы у нас не было сомнений о том, как бы,
как все это произошло. У меня было личное благодарственное письмо от директора дома, то есть написанное рукой. То я обыкновенный, ну, мастеровой, да, то есть, который делает странные штуки, может быть. В Харькове, ну, слава богу, мне хорошо, я же здесь родился, я здесь живу, поэтому куча мест в этом городе является частью моей там внутренней истории. В новом году будьте радостными, меньше слушайте глупостей, больше слушайте умностей. Данная игра еще создавалась, когда я заканчивал первый курс. Вдохновил меня сериал «Теория большого взрыва». Там герой, главный герой играет такую игру. Только игра материальная, то есть, ну, материальные шахматы, материальная доска. Вот. И, соответственно, я захотел поиграть такую же игру, полез в интернет, хотел купить такие шахматы, их не оказалось. Хотел скачать онлайн, ну, какую-то версию электронную, не нашел. Ну, и решил я сам написать. Уникальность в том, что нестандартное игровое поле, оно многомерное. Пока что можно играть только, когда два человека сидит за одним устройством. Если в реальных шахматах, там вот подсветка ходов, куда человек может ходить, там такого же, ну, нету. Можно зайти на сайт, поиграть на сайте двум людям. Сайт hquest.com, либо же на компьютере. Занимаемся со всеми абсолютно породами собак, с любыми возрастами, но правильно это делать с щенячьего возраста, то есть 2-3 месяцев начинать занятия. Чем позже начнешь занятия, тем сложнее будет это даваться. Наша задача, чтобы приучить собак, которые побаиваются, которые проявляют агрессию, которые не социализированы, приучить их к обществу. Общество – это люди, собаки, движение на улице. Наша задача – показать, объяснить, как это делается. Задача хозяина дома – это постоянно нарабатывать. В среднем это занимает 2-3 месяца, если хозяин работает со своей собачкой. Она может садиться на одно его слово, да? Вместе мы можем ходить, и она очень у меня хорошо прыгает. Должна научиться ходить ровно и все делать правильно. Наша школа занимается позитивной, бесконфликтной дрессировкой. То есть собачка, когда работает собачка, она получает удовольствие от этого, как и хозяин. То есть нет у нас такого, что собачек бить, дергать строгими ошейниками. То есть все основывается на позитиве. Это очень эффективно. С антеннами есть проблема. Эта проблема связана с тем, что антенна может работать только при размерах, соизмеримых с длиной волны. Поэтому мы делаем антенны, которые были бы по параметрам такие, как эта большая антенна, но в малых габаритах. Другое направление – это идет сейчас помеха обстановка. Эфир зашумлен, и связаться очень трудно, много помех. И для этого переходят на специальные формы сигнала. Для этого нужны тоже специальные антенны для этих сигналов. Это новое направление в антенной техники. Вот это, например, сверхширокополосная антенна. Это для
армейских радиостанций. Такого типа антенн сейчас никто не делает. И на такой диапазон частот, от 20 МГц до 600 МГц. Вот это антенна для транспортных средств. Антенна позволяет убрать эту вредность телефона в большой степени. Кроме нашей кафедры, таких антенн в мире никто не делает. Все эти антенны защищены патентами, как нашими украинскими, так и международными патентами.